Здравствуйте, товарищи! На связи один из КВ. В этом видео я научу вас строить ветрогенератор на бесплатной версии и без редактора. Перед тем, как мы приступим к строительству, я покажу вам, как накладывать детали друг на друга. Для начала разместите детали так, как вам нужно. После этого выделите их и подвиньте. Вот и все. Поздравляю с окончанием обучения. А теперь внимательно смотрите и повторяйте. Элементарная часть работы подошла к концу. Некоторые из следующих моментов нуждаются в пояснениях. Сейчас нам понадобится вытолкнуть отделитель за пределы поля. Это можно сделать без редактора. Для фокуса понадобится солнечная панель. Смотрите внимательно. Вуаля! Пододвигаем конструкцию к отделителю и этим завершаем верхнюю часть. Теперь ее можно спокойно перемещать. Главное при этом выделить все детали. Размещайте солнечные панели точь-в-точь, как показано. Сдвиг хоть на одну клетку приведет к разрушению конструкции. Они обязательно должны быть раскрыты. Высота башни может быть любой. При желании вы можете удлинить ее. Сейчас мы построим часть, без которой ветряк будет смотреться странно. Ее нужно будет пристыковать. Как и где вы будете соединять фрагменты постройки, решать вам. Поэтому вот этот летун вы можете сделать по-своему. Дело осталось за малым. Добавить в ступени панели и два колеса. Прикрыть весь страх обтекателем.
только аккуратно. И спрятать в башне зонд. Можно испытывать. Сперва складываем панели и включаем колеса. Затем приделываем конструкцию из отделителей, обязательно отстрелив верхний. Наконец разблокируем лопасти и раскручиваем их. Такая вот вертушка. На этом ролик подошел к концу. Благодарю за просмотр. До скорых встреч!